Видео подготовлено сайтом onlinegdz.net. Всем привет, и сейчас мы с вами разберемся, как выполнить задание номер 226. Нам нужно сравнить числа и записать результат с помощью знака «меньше» или «больше». И первое. 800 тысяч 106 и 98 тысяч 4. Первое число шестизначное, второе число пятизначное. Шестизначное всегда больше пятизначного. Второй пункт. 706 тысяч 51 и 3 миллиона 300 тысяч 11. Первое число у нас шестизначное, второе семизначное. Семизначное всегда больше шестизначного числа. Третье. Пункт 4 миллиона 603 тысячи 172 и 4 миллиона 603 тысячи 181. И первое и второе число – семизначные числа. Поэтому начинаем сравнивать эти числа поразрядно, начиная с самого старшего разряда. Здесь 4, здесь 4. Здесь 6, здесь 6, здесь 0, здесь 0, здесь 3, здесь 3, здесь 1, здесь 1, здесь 7, а здесь 8. 8 больше, чем 7, поэтому второе число больше, чем первое. И последний пункт, четвертый. 707 тысяч 837 и 707 тысяч 829. Шестизначные два числа, поэтому сравниваем поразрядно. Здесь семерка, и здесь семерка, здесь ноль, и здесь ноль, здесь семь, здесь восемь, здесь три, а здесь два. Три больше, чем два, поэтому первое число больше, чем второе число. Выполнили 226 задание, сравнили все четыре пары чисел. И если вам понравилось видео, смотрите остальные решения на нашем сайте. Есть вопросы, предложения или пожелания, подписывайтесь на наши группы в социальных сетях.